Всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Спасибо всем огромное, кто меня смотрит. Спасибо, ребят, за поддержку. Ну и, конечно, господа танкисты, не забывайте подписываться. Вам это сделать несложно, а мне это будет приятно. Это поможет моему каналу развиваться дальше. Ну что, мои дорогие друзья, в сегодняшнем ролике наш гость. Премиум танк 8 уровня, Progetto 46. Много-много о нем слышали, многие хотят его в свой ангар, у кого его нет, настоятельно рекомендую. Но в сегодняшнем видео хочу показать вам, как на этом, я считаю, одним из лучших танков 8 уровня я взял Колобанова, 1 в 3, получил затащить на СТшке против тяжей барабанных. В общем, давайте погнали смотреть, как это было, и не будем болтать. Быстренько заходим в мои реплеи, избранные, Progetto, карта протока, поехали. Ну, здесь, конечно, мы в топе. Сразу же давайте пробегимся по сетапам противника. У противника 3 тяжа, 2 ПТшки, 2, ну, СТЛТ, можно сказать, 2 СТшки. У нас 2 тяжа, 2 СТшки, 3 ПТшки. Ну, вы можете обратить внимание, сейчас я вам покажу, гляньте, все взводные играют, а... Играть против взводов, когда полный сетап взводов, они уже действуют сообща, всегда намного сложнее. Здесь понятно, я видел, что СТшки у них мелкого уровня, на уровень ниже, поэтому как бы особо опасности не несут. Но все-таки, мало ли, вдруг сейчас тяжи с ним приедут, они же барабаны, поэтому будет опасно. Не лезем, подставляемся, подсветили табуреточку Т-71, подсветили Чери, Т-44 дает шот. Будем пробовать в него выдавать барабан. Ну, там что-то я затормозил и получил от него ненужное. Этот маленький, видите, вот что значит взводно. Приехал уже у меня упарывать. Шот. Ну, зря ты, конечно, дружок, приехал. Вы, блядь, на пару сейчас взводом отлетаете в ангар. Это понятное дело. Ну, что я говорил. Ну, видите, вот что-то я заметил в последнее время. Просто какой-то вот... Все стараются меня зафокусить. Я не знаю, что... Что такое, почему я такой оказываюсь для них настолько нужным, важным. Все, каждый пытается в первую очередь убивать меня. Ну, может, просто совпадение. Стреляем, не попадаем, едет ИСУшка, даем шот. Вижу, что тяжи у них фуловые стоят на респе, на горке. Перекатываемся поближе, будем пробовать сейчас разменивать союзников. Там, думаю, вроде все нормально, гляньте, 3-0, вроде ничего не предвещает беды, да, как бы думаешь, ну, все нормально, что, все классно, играем, вроде победа стопроцентная, только я обращаю внимание, что у нас, наших уже много шотных, а у них-то тяжики фуловенькие, и плюс у них тяжики 2 барабанчика и 8 уровня, а у нас тяжики 7 уровня, и такие вот УИСы, это такое, против... 8 уровней, иска, конечно, против Сомуа и Йоха, такое себе конкуренция. Никто не подставляется, ехать туда в мясорубку я не хочу, потому что, ну это бессмысленно. Пробую работать по Сомуа с дистанции. Нужно мне было, наверное, раньше чуть выехать по Йоху дать, а полчаса одну тычку ему закинул. Вроде все отлично, 3-1, побеждаем, вроде вот, смотрите, там 4-2 уже, ничего как бы страшного нет, но тут уже 4-3, все, значит, как-то посыпались резко, в одно мгновение посыпались, 4-4, а я уже шотный, и вот именно в шотном состоянии, согласитесь, ты начинаешь уже думать, ага, блин, ага, ты шотный, получать тебе уже нельзя, нужно как-то уже пробовать отыгрывать уже от дистанции, сейвового больше, вот... Я же говорю, чудо шотного танка, начинаешь сразу мозг включается, работать по-другому. Так, там больше мне появляться нельзя, нужно менять позицию, уезжать. По ПТшке отработать не могу, он там не подставляется. Так, значит, что мне делать? Разрывать дистанцию и пробовать отъезжать дальше. Пока еще есть разметь этого ИСа, пока он еще там живет. Сейчас кто-то будет подсвечиваться, пробовать отсюда с более дальней дистанции, чтобы меня не видно было. Наконец-то подсветили моего старого знакомого на самого. Шот. Барабан у меня благо докадешился. Второй шот. Третий шот. Ангар. Все, есть. Фу. Шансы есть. Одного забрал. Точки вроде на моей стороне. Но они-то уже поехали их забирать. И понятное дело, мне нужно бежать отсюда. Бежать как можно быстрее.
и не светиться, не попадаться. Ясно, что сейчас, скорее всего, Йох поедет на точку А. Мне надо убегать и искать, пробовать находить эту ПТ-шку. По-моему, она была шотная. Забирать ее, и тогда у меня есть шанс затащить катку, потому что, ну, понимаете, против фулового Йоха шотная прога, ну, вряд ли бы она доиграла. Вот, он уже доехал до точки А. Благо, что, да, тяж поехал туда. У меня все, я ж выдохнул, думаю, слава богу, езжай, конечно, точку А. Я теперь могу спокойно, пока ты там сейчас ее захватишь, пока ты там развернешься, выйдешь, куда ты там поедешь. У меня есть время забрать ПТ-шку. По-любому он не ожидает меня. Ну, конечно, вот он стоит, смотрит в другую сторону, даю шот, ангар. Я здесь еду и молюсь, хоть бы он просто не дал сейчас на перекаточке на этой шот и не забрал меня. И здесь быстренько закатываемся за камушек. Ну, слава богу, все, точка моя. Смотрите, это очки превосходства, 990. Йох не самый скоростной танк, быстро сюда он не примчит, я понимаю. Но все равно, как бы, такое сомнение есть, опасение, что а вдруг. Ну, теперь я уже все выдохнул, все, точка моя. Думаю, куда? В гараж. Правильно, под мост. Заеду, но этого даже уже не потребовалось. И это победа. Так что превосходство, видите, вот сколько раз было у меня видео, что превосходство руинило катки, а в этом бою превосходство сыграло мне на руку. Ну и все-таки я настрелял 3325 единиц урона, взял медаль Колобанова. Сейчас мы вернемся к медалькам Колобанова. Вторая степень, ну скорее всего, потому что я работал больше от дистанции, видите, медаль воин-снайпер, да, танкист-снайпер, правильно, так оно, да. Ну... Я считаю, хороший бой, красивый, доиграл, не растерялся. И кто-то, посмотрев этот видос, что-то сделает для себя, какие-то выводы, и тоже, возможно, возьмет своего Колобанова, так же само, доиграв, обхитрив, перехитрив противника. Ну и, конечно, кому понравилось это видео, ребята, обязательно ставьте свои лайки, пишите свои комменты. Если есть какие вопросы по танку, да или просто пишите, мне всегда с вами по кайфу общаться. Я очень рад, что познакомился с такими классными людьми, как вы. И еще что еще хотел сказать. Если у вас есть какие-то реплеи своих хороших боев, где вы там берете мастеров, Колобанов, Растеня, там, ну, неважно, то просто вот, вы считаете, что это классный бой, присылайте реплей мне на почту. Мои данные здесь есть, мои контакты здесь все есть. И почта, и ВК, кому как удобно. Посмотрим, пусть и люди тоже... увидят, как другие катают. Ну а на этом, ребят, будем с вами прощаться. Кто не подписался, если ему не сложно, подписывайтесь на канал. Берегите себя в это непростое время. До новых встреч, мои дорогие друзья. Всем всего хорошего и пока-пока.